специальная военная операция была начата для денацификации и демилитаризации Украины. Это все теперь смыто, и как будто, я скажу, может, по-моему, говорили даже здесь, вот, стратегические наступательные действия, когда по 25 метров в сутки ЧВК «Вагнер» наступал в Артемовске, Бахмуте. Вы представляете, до какой уровня довели состояние российской второй армии мира? Версия Первого канала. Это да. Как? Нет, и вы знаете, скажу, цитировать противника может быть не очень хорошо, но я думаю, верное все-таки. Иногда и противника можно процитировать. Было, так сказано было. Путин утверждал, что у него вторая армия в мире. Мы должны согласиться. На Украине российская армия является действительно второй армией. Факт. Потому что по состоянию вооружения, техники, по управляемости войсками и силами в этой так называемой специальной военной операции, украинская НАТО или НАТОвская Украина выше российской армии. И мы обороняемся. Мы обороняем сейчас российские земли, Херсонскую, Запорожскую, Донбасс. Луганск, а теперь уже Белгород, Брянск, Курск. Мы для чего начинали специальную военную операцию? Чтобы разрушили Шебекина, сейчас в хлам его. Для чего мы начали спецоперацию? И вот это, и как подло, другого слова не могу найти, как эта мысль о том, что вместо наступления отразили наступление противника и пришли в контрнаступление. Так мы же начинали наступление. Мы имели Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Харьковскую. Мы дошли уже почти до Николаева вообще-то. А теперь отдали все это противнику. Само по себе такие хвалебные, скажем так, отзывы или хвалебные комментарии о том, что мы четко стоим в обороне. Хорошо, бойцы стоят, офицеры стоят, воюют. Но это оборона. Это оборона. Так, может быть, мы начнем скоро готовиться к обороне Москвы, к обороне Курска? Вот в чем дело. Меня настораживает... Нет, я не буду лукавить. Меня уже не настораживает. Меня это не настораживает и не сердит меня это. Меня это вызывает ненависть. И вместо того, чтобы сейчас готовить народ, армию, общество, церковь, все институты это, российского государства к наступательным действиям, нам... Не скрываем уже удовольствием, мы с вами тоже признали, что частично, и в нас это есть качество, да, рассказывают, как мы хорошо обороняемся. Как может быть так, как может быть в России, в исторической, тысячелетней России, имеющей тысячелетние традиции русской, российской, советской, императорской армии, вот такое быть в нашей армии? Ведь мы же плоть от плоти наших предков, начиная от тысячелетней истории и сейчас. И вот в этой тысячелетней нашей истории вот это позорище теперь. Как смотреть русским, советским офицерам вот на это позорище, что делают с полковником? И кто главный? И кто делает? И где же у нас здесь так называемый... А, у нас же есть главнокомандующий специальной военной операции, генерал армии Герасимов. У нас есть целый министр обороны Шойгу. И, о ужас, у нас имеется... Верховный, главный не командующий. И это все как будто не существует. Это, вот этот эпизод показывает, что российская армия, наверное, прошла уже период полураспада и приближается к распаду. Только ли армия? И государство.